Нужно понимать, что Карабах рано или поздно должен был перейти под контроль Азербайджана. Вы вспомните, первый президент Армении Левон Тер-Петросян в одном из своих заявлений сказал, что Карабах должен остаться в составе Азербайджана. Спустя год после этого он ушел в отставку, потому что люди не согласились с его мнением. Как передает Ахарас, таким мнением поделилась первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. По ее словам, таким образом процесс перехода Карабаха под контроль Баку начинался не в 2020 году, а гораздо раньше. Второй президент Армении, Роберт Кочерян, придя к власти, заявил, что будет бороться за права Карабаха, но встретил мощное сопротивление мирового сообщества. Третий президент Серж Саркисян скакал на той же лошади, на которой был Кочерян, естественно, ничего не добившись в данном процессе. Ни один из них не смог даже признать НКР, сказала армянская правозащитница. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!